Всем добрый день! Сегодня у нас на дворе 13 февраля 2023 года. На календаре еще зима, но погода нас радует солнечными днями. Поэтому я решил выйти прогуляться в парк, который находится возле моего дома, и посмотреть, что есть интересного. На сегодняшний день больше всего проблем и интересного находится на липах, о чем я и хочу сегодня рассказать. На сегодняшний день, к сожалению, все липы облеплены огромными колониями так называемого малевого клопа, или, как переводчик дает, лаймовый клоп. К сожалению, с каждым сезоном количество этого клопа становится все больше и больше. В декабре месяце, гуляя по городу, я наблюдал подобную же картину. Все липы, которые я видел в городе, были очень сильно облеплены этим клопом. За сезон клоп способен дать два поколения. Встречаются насекомые и, соответственно, питаются на растениях семейства мальвовых, отсюда и название. Мальвовый клоп является инвазивным вредителем. В теплом климате, например, таком, как на юге Украины, клоп зимует во взрослом состоянии. Они образуют большие скопления на стволах и ветвях деревьев, чтобы перезимовать. Обычно это происходит на липах, реже на других растениях. Собираясь в таком большом количестве на дереве, особенно ослабленном, эти жуки могут вызывать гибель всего растения, что я уже, к сожалению, неоднократно видел. Это не первое видео на моем канале. Ранее я уже показывал, как я боролся осенью с этим клопом на липе. И в декабре месяце показывал тоже, как он себя чувствует после минус 10. Так что он у нас довольно-таки хорошо прижился. Чувствую, что надолго. Мальвовый клоп широко распространен в западном Средиземноморье Европы. Он встречается от северо-западной Африки до Португалии, Южной Испании, Южной Франции, Южной Германии, Италии, Словении, Хорватии. В течение последних 20 лет клоп продолжал распространяться на восток до Балканского полуострова и на север до Центральной Европы. Мальвовый клоп очень сильно распространился на восток Средиземноморского региона и может быть на сегодняшний день найден даже в Саудовской Аравии, Йемене, а также в тропической Африке, вплоть до Южной Африки. Массовое увеличение клопа ранее наблюдалось и сообщалось из Италии и ее окрестностей. Иногда взрослые насекомые в большом количестве попадают в помещения. Хотя считается, что для человека эти клопы абсолютно безвредны. Но по прошлому году мне неоднократно звонили и жаловались на то, что данные клопы очень сильно кусаются, оставляя после себя довольно-таки сильные воспаления на теле. Летная активность клопов в природе наблюдается при достижении средней дневной температуры плюс 24 градуса Цельсия. Питается клоп путем высасывания сока зеленых частей растений, листьев или неокрепших побегов. Также способны причинять вред культурным растениям, персикам, винограду, декоративным мальвовым. Размер женских экземпляров составляет примерно от 4,5 до 5,5 мм у взрослых самок. Самцы немножко мельче, от 4 до 5 мм. Стадии нимф имеют одноцветные красные задние части. Нимфы могут быть легко распознаны по их черной голове, черным крыльям и брюшку красного цвета. Взрослые особи имеют типичный красно-черный рисунок на крыльях, который похож на рисунок огненного клопа. Передние крылья бесцветные и прозрачные, достигают вершины брюшка или немного длиннее. Передняя часть клопа окрашена в черный цвет. Позитивный температурный режим зимних месяцев последних лет на юге Украины, массовое использование нескольких видов
лип в озеленении населенных пунктов нашего региона, а также произрастание здесь нескольких видов лип в дикой природе будут способствовать дальнейшему развитию и распространению малевого клопа. И если ничего не предпринимать, оставить как есть, данный вид клопа займет очень большую нишу в нашей зоне. А это грозит к тому, что мы через какое-то время можем потерять все липы в регионе. И не только. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, он мало изучен в нашей стране. Развитие идет большими темпами. Перспектива нерадужная. Поэтому старайтесь, лечите ваши деревья. Ну а дальше еще немножко видео и фотографий о сегодняшней прогулке.